Всем привет! Сегодня на нашем канале доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института, руководитель театральной студии «Игра», лауреат региональных и международных конкурсов номинации «Театральное искусство», диктор радиотелевидения Владимир Зуев! Я все регалии. Да, я должен что сделать. И просто очень мой хороший друг. Дима, спасибо. Я специально так сделал, чтобы это было неожиданно. Откуда информация? Я все регалии перечислил, то нет? Это... Я собирал информацию, понимаешь? Вот сейчас очень трудное время. Видишь, дождь идет, да? А мы с тобой интервью снимаем. Главное, чтобы дождь-то в душе не шел, понимаешь? Дима. Давай поговорим серьезно. Давай. Смотри, вот сейчас трудное время для искусства и культуры. Ты сказал, что культуру вообще закрыли. Ну, пока да, пока ничего другого не говорят. Ждем. Вот. А для преподавания, по-моему, очень тяжелое время. В принципе, даже для школы, для всего. Ну, конечно, вся эта работа через компьютер, это же такое все новое, такое непонятное. И непонятно даже для тех, кто умеет это все, в принципе, удаленно там существовать. Ну, знаешь... Наверное, человек ко всему приспосабливается. Артисты, вообще деятели искусства остались без работы практически. Да. Ну, что-то там, какие-то копейки, может быть, где-то, но... Сидят по домам. Ну, кто-то на дачах сидит. Например, там у меня есть знакомые, которые просто ушли на дно, отключили все сотовые телефоны. И, видимо, грустят. Слушай, ну делаешь же онлайн-концерты, да? Ну, концерты делают, но очень сложно сыграть онлайн-спектакль, например. Поэтому у нас... Вот как закрыли, так мы и сидим, и не знаем, как, когда мы вернемся. Это речь уже о моем подвальчике, о нашем подвальчике. И у нас как-то так все складывается чудесным образом, в кавычках, что будем ли мы продолжать работу, или мы будем всегда, знаете, сидеть на удаленке, сидя, так сказать, и работая в камеру, читать стихи в одиночку. Ты очень хорошо сказал, что онлайн-спектакль играть тяжело, да? Да. Потому что много собираться все равно нельзя, да? Да, вообще нельзя собираться. Нет, уже можно. Знаешь, эта программа есть, где много окошек, там все люди, они же друг друга-то тоже так странно видят. У меня знакомые уже пытались репетировать целую пьесу, где много участников, по Зуму. Говорят, ну это странно. Знаешь, нет интернета, вот нету. Ну, тогда и нет изоляции, наверное, ты прав. Но если бы только это было обязательным каким-то, я не знаю, решением. Тогда все сидят и ничего не знают, и да? Ничего. Ну, дело в том, что тут дело даже не в знании, а в том, что человек создан для того, чтобы общаться. И когда человек не может ни с кем поговорить, нет возможности сконнектиться, то он начинает киснуть и начинает пить. Слушай. Или еще, извини, ага. Рождается много детей после этого. О, да. Но это если человек не один сидит. Это если не один сидит. Или если много, если сидит один, то рождается много идей. Идей. Детей и детей. Детей и идей. Уже лет примерно 10, как люди, особенно молодежь, но мы-то еще ходим, да? Вот, мы-то еще люди среднего младшего возраста. А вот совсем молодые, они не ходят уже на концерты, ни на какие, ни на рок-концерты, в театр очень мало ходят. А просто Дима рокер. Да. И я просто наблюдаю, да, это и на свои, значит, на своих выступлениях, и вообще, в принципе, тенденция есть. А потому что зачем? Ибо, ну, ты помнишь, что эти полные рок-сити были раньше, все. Зачем, если ты можешь ткнуть кнопочку, да, и просто послушать это все, скачать, послушать, посмотреть, даже не онлайн, а в записи, да. А вот если это продолжить еще, то можно вырастить, в принципе, поколение, которое настолько оцифруется, что это не те, которые просто из-за лени не ходят на концерты, а просто которые даже не сможет, даже если захочет ходить на концерты, потому что он не будет знать, как это делать.
это страшно, я хочу такие страшные тебе вещи накидать. Представляешь? Они не будут знать, как выйти в лес, сорвать грибок, потому что эти грибки им будут приносить, да? Они не будут знать, как ходить на концерт, потому что у них онлайн-концерты будут, понимаешь? К чему это ведет? Это глобализация, вот такая вот глобальное оцифрование, нет? Дима, у тебя очень сложная телепередача. Она проблемная. Я не знаю, как с тобой разговаривать. Грибочки. Ну мы-то с тобой сорвем. Да, мы-то сорвали. За отечество обидно, за детей, понимаешь. Мы-то ладно. Ну ладно, совсем что ли так все будет? Не будет-то. Не будет. Не будет. Не будет. Выйдем. Выйдем потихоньку, постепенно, как выходили уже не раз. Ты знаешь, но человек все равно так устроен. Он не может один. Даже если он посидел там в этом интернете, ну не может он все равно не существовать. А человек чем отличается от всех других живых существ? Наличием интеллекта, наверное. Mm-hmm. Не все, правда, человеки, но отличаются. И это хорошо. Я, честно говоря, не знаю, что тебе отвечать на эти вопросы. Наверное, на них уже кто-то ответил. У меня есть своя точка зрения по этому поводу. Мне, конечно, кажется, что это время достаточно мобильное, удобное. Но знаешь, чем оно рискованно? Тем, что мы все очень быстрые становимся. Мы перестаем вот это вот созерцать, видеть, придумывать. Все это вот когда рождается. Когда вот мы с тобой сидим, общаемся, да, а другому бы уже было скучно, и он бы уже говорил, что ему надо куда-то бежать, потому что вот позвонили, скинули и так далее. И все должно быть быстро, мелькающе и привлекательно при этом. А дети, которые сейчас сидят в карантине, все-таки они увидят грибки? Безусловно. Мне кажется, они должны просто ринуться, когда скинут все эти, значит, запреты в леса, в поля. Они, мне кажется, должны захотеть куда-то поехать просто. А вот культура, Вов, а если культура останется только в интернете, нет? Может быть. Нет, ну серьезно, а это не смешно. Я знаю, что не смешно. Оно, знаешь, отчасти где-то уже к этому разворачивается, к тому, что культура в большей или меньшей степени будет вся как-то соприкасаться с интернетом. А некоторые вещи уже можно просто показывать в интернете и не обязательно художнику вывешивать свою картину в зале, чтобы туда, тратя свое время, приходили люди. Вот, например, какие-то виды искусства, мне кажется, будут постепенно выходить в интернет. А театр? Ну, сейчас уже какие-то форумы, говорят, создаются, кто-то пытается, сидя дома, режиссеры какие-то актеры, что-то делать такое интерактивное. Мне кажется, театр либо он вот есть, какой он был, ортодоксальный, либо все-таки его нет. Есть ответвления от театра, различные перформансы, они тоже называются театральными жанрами, но это уже не совсем тот самый театр, аутентичный, как мы его называем. Ну, вот люди ходят по городу, что-то кричат, нечто там, собираются там, да. Там потом смотрят спектакль там, потом идут за тот дом, смотрят спектакль там. Потом еще. Я знаю! Да? Да! Вот типа того. А кстати, уже спектаклем уже называется все. Все. Да, любое зрелище. Вот твое выступление можно назвать спектаклем. И кстати говоря, это сейчас не совсем шутка. Иногда у тебя получается разговаривать. А в спектакле же еще главное, там должна быть драматургия. А это что? Это всегда конфликт. То есть какой конфликт ты решаешь в своих песнях? По сути. У тебя в каждой песне есть определенный конфликт. И вот это и есть театральная основа. Если конфликта нет, а просто какая-то идет такая длинная, чувственная там или нечувственная идея, и она ничем не обрывается, ни с чем не сталкивается, но это уже не совсем драматургия. Не контрастно. Это процесс. Была такая передача на ВТС «Портрет города». Да. И мы с тобой там даже поучаствовали. Даже, да. Не вместе, только по раздельности. Раздельно. Я сегодня хотел, кстати, найти, но это все потерли. Стерли. Не знаю почему. Просто интересно было вот вернуть. Но там, мне кажется, хороший проект был, когда людей каких-то творческих и, может быть, не очень, брали, значит, ну, и показывали остальному городу, и те рассказывали. Вот я помню, что у тебя, конечно, у меня была тема про рок, а у тебя, естественно, тема была про театр.
Да, вот. Что-то такое доброе сейчас навеяло. Да. Ой, слушай, что-то я про птичек в городе рассказывал. Ну, я и помоложе был, я помню, как я там выглядел смешно. Ты говорил, нет, ты очень хорошо выглядел, смешнее выглядел я все-таки. И, знаешь... Давай спорить. Ну, давай. Давай поспорим. Смотри, там ты такую вещь интересную говорил, что, ну, что-то типа того, что вся жизнь это театр, или что мы в нем актеры. Вот, вот как-то так ты красиво так это сказал. Я приписал себе, да, эту фразу. Ну, нет, нет, это я понял, я знаю, что это не ты сказал. Нет, ну ты говорил, что мы... Нет, это я сказал, почему. А, это ты сказал. Конечно, и памятник нерукотворный написал тоже я. Ну, в общем, все равно было вот интересно послушать, а вот сейчас этого нет, я не нашел. У тебя нет этой записи? Она была, я ее почему-то стер тогда, что-то редактировал, и она тоже... А у меня моя есть на нашем канале. А может и есть. Но она в сгоревшем компьютере, поэтому ее нет. Она сгорела. Она сгорела вместе со мной. Мы сегодня собрались изначально для того, чтобы наш новый клип как-то подумать о нем, да? Да. По сценарию и все. И смотри, вот этих людей, ну кроме меня, скажем, ты увидел в первый раз. Вообще тяжело работать с дилетантами. Видно, что. И, да? Ну и так, и так. Там же бывает так, что. Ты, если работаешь с человеком в каком-то узконаправленном проекте, то ты можешь найти в нем то самое зерно, которое сработает на этот проект. А можно не найти. Рабочий процесс так внезапно, к которому мы не были готовы. Уже надо. Смотри, я несколько лет назад был в студии «Игра». Я видел домашнее задание. Как показывали твои ребята, которых ты учишь, домашнее задание. И меня это очень сильно восхитило. Это было настолько свежо, что мне даже показалось, что это намного интереснее, чем какой-то классический просто театр, в который бы я пришел и посмотреть. Я видел, какие там замечательные солнечные люди. Вот сейчас все это пока закрылось, и этого всего нет, это жалко. Расскажи, пожалуйста, как получилось, что... Расскажи немножко про свою студию. Как случилось так, что случилась театральная студия «Игра»? Как так случилось? В 2010 году... Да? Смешно, да. 2000. Я с этой фразы начинал уже много раз рассказывать. В 2010 году у меня просто закончилась жизнь. Вместе с деньгами и со всем остальным. Просто вот все, что было до этого, остановилось. И я просто не знал, чем заниматься. А я занимался не театром. Дима, я занимался много лет вообще бог знает чем. Я же был ведущим на теле и радио, там, чего-то где-то озвучивал. Я редактором даже был. У меня много очень было разной работы, много лет я потратил. И вдруг я вспоминаю, я просто сидел в страшной депрессии один, несколько месяцев, в съемной квартире. Угу. Ну, надо же что-то делать. А я был молодой, а молодые всегда думают, что им делать. Это мы уже можем не думать. У нас уже жизнь-то сложилась. 2 метра с кепкой. И мне приходит идея, я же артист по образованию, думаю, а чё ж я не работал-то? Mm-hmm. Ну, почему я не работал, это отдельный вопрос. Mm-hmm. И я начинаю думать о том, как бы, может быть, что, и начинаю, и хожу по сайтам, по новосибирским, mm-hmm. нахожу, еще тогда форумы были очень модные,
На НГС, ничего, что реклама. Да-да. Есть, короче, театральный форум для любителей был. Угу. И я нахожу там людей, которые пишут, вот есть крутая театральная студия, есть крутая. И есть, и у нас нет театральной студии, кто-то пишет, но очень хотим. А второй ему отвечает, а я бы тоже сходил, и третий. Угу. И я им пишу, значит, в личечку о том, что, ребятки, спрос рождает, у меня есть такая идея, причем эта идея рождается, вот пока я пишу им. И мы встречаемся в какой-то кофейне на Ленина, и просто я им говорю, какое у меня видение. Они говорят, да. Их было человека 3 или 4 всего. А они говорят, только в помещении дело. Я спрашиваю, готовы там хоть что-то платить? Готовы. Угу. Иду, где там я иду? По площади Калинина, туда дальше, ДК «Прогресс». Вот. Захожу там на их сайт, на сайте на «Прогрессе» написано, приглашаем любые творческие коллективы со своими идеями на принципах самоокупаемости. А. И все. И мы пришли, нам дали какую-то коморку, и мы так начали. А потом это обросло народом. Ну, правда, самоокупаемость нынче сделала с нами прекрасную шутку. Теперь я этому не рад. Раньше это давало самостоятельность, а теперь хотелось бы, конечно, уже стабильности. Вот так родилась игра. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, все правила одни и цель одна. Я не жалею, я по-прежнему являюсь ее, ну, каким-то еще, наверное, там... Лидером. Лидером, да. Лидер игры. Лидер должен лидерствовать. У меня еще есть замечательный помощник, это Жанна Евгеньевна, я ей очень благодарен, она меня вдохновляла и вдохновляет. У нее тоже жизнь складывается по-разному, но как творческий человек и как партнер, как преподаватель, она, конечно, для меня незаменима. Я, знаешь, в последние годы вообще ничего бы не добился. Если Жанна Евгеньевна нас посмотрит, Жанна Евгеньевна, привет. Да, здравствуйте, Жанна Евгеньевна. Здравствуйте, Жанна Евгеньевна. Угу. Не болейте. Вопрос вот такой еще. Ты часто под дождем интервью даешь? Нет. Нет. Я тоже не часто беру под дождем интервью. Ладно, давай закругляться, а то мы промокнем все. Скажи вот людям что-нибудь, скажи тем, которые будут нас смотреть, зрители нашего канала, твои друзья, мои друзья, незнакомые люди. Что ты им скажешь? Сидите дома? Нет? Ты все к этой теме нас ведешь. Мы-то дома не сидим, мы, ребят, под дождем. Пусть смывается дождем все самое дурацкое с вас. Будьте, пожалуйста, ближе к природе. И не только в смысле там выездов куда-то, а просто по себе. Будьте людьми, это самое главное. Не будьте какими-то, вот Дима сказал про оцифрованных людей. Вот ими-то не надо быть. Не будьте какими-нибудь Димами. И Вовами. Спасибо. Давай, дорогой. Спасибо, очень приятно. Всем привет. У нас был Владимир Зуев.